Очень много таких вот площадок спортивных. Это одна из самых простых, работа со своим весом. Очень много где на площадках есть и штанги, и гантели, и все что угодно. Плюс этой площадки, что, ну, этих площадок в том числе, в том, что вы работаете на свежем воздухе, постоянно кислород попадает в мозг, особо не устаешь. Тяжело только, если вот, допустим, сейчас дело к обеду, уже жарко, я потренировал, весь мокрый уже, с меня 7 потов сошло. Классно. Единственное, говорю, вот, допустим, без головного убора я сегодня, и вот уже тяжко. А так вообще, здесь я уже говорил в одном из своих роликов, тренируются спортсмены в основном где-то с 6 утра, с 5 утра, пока жары нет, и максимум до 10. После 10 часов наступает сабай. Сабай-сабай, все, жара самое пекло, с 10 до, грубо говоря, 4 часов дня. Потом опять начинают они везде выползать. Ну, бывает, даже в магазинчик зайдешь, вот днем жара, что-нибудь попросишь достать, но сабай, типа, вечером приходи. То есть здесь они, тайцы, вообще в этом плане не напрягаются. Вид, сами видите, с этой площадки какой, на бухту как раз Паттайи, где порт снизу. В общем, здесь, ребята, здорово. И жить. Ух, сок с меня бежит. Не знаю, видно, не видно. Прям ручьем весь мокрый. Позанимался-то, в принципе, недолго. Так, все мышцы размял хорошо. В общем, здесь здорово, класс. Рекомендую.